Город борется с подтоплениями. Пасмурная погода, обильные осадки и выпавший за зиму снег – причины плотной занятости коммунальщиков. В круглосуточном режиме 4 специализированные машины откачивают воду с улиц областного центра. Работает бригада по выявлению и устранению засоров в подземном трубопроводе и ливневой канализации. В администрации создан штаб по ликвидации подтоплений. Для жителей функционирует горячая линия. Ежедневно с 8:30 до 17:30 ивановцы могут позвонить по номерам 59-45-65 и 59-46-40 и сообщить о факте подтопления жилого строения. Номер 26-25-42 многоканальный и работает в круглосуточном режиме. Также по вопросам уборки воды с придомовой территории необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Необходимо проследить, чтобы обращение гражданина прошло и было зафиксировано управляющей компанией. Для этого созданы специальные журналы, они обязаны их вести. И затем при проверке мы обязательно, если житель к нам обращается на непринятие мер управляющей компании, мы обязательно эти журналы фиксируем, значит, и, соответственно, каким образом осуществлялось реагирование управляющей компании.